Всем привет, меня зовут Олег. Сегодня вы увидите 21 китайский товар с сайта AliExpress. Досмотри видео до конца и принимай участие в конкурсе. И не забудь поставить лайк. Погнали! Крутые роботы-боксеры. Цель игры заключается в победе одного робота над другим. В игре игрокам необходимо добиться падения противника или вытолкнуть его за ринг, и только тогда победа будет засчитана. Самое удивительное так это контроллеры. Именно они с помощью клавиш и движений рукой могут выкидывать двойки или просто удары правой или левой по очереди. Согласитесь, круто, вот и я так подумал и добавил это в подборку. Поэтому эти роботы заслуживают твой лайк. Цена двух роботов – $41. Благодаря этому фотопринтеру напечатанные фотографии словно оживают. А еще один плюс, так это то, что принтер печатает фото на самоклеющуюся бумагу. Фото оживает, если посмотреть на него через приложение. Несомненный плюс, так это то, что вы можете отправить это фото по обычной почте, наклеить на холодильник или вклеить в альбом, и адресат увидит на фото ваше видеопослание. При этом на смартфон должно быть заранее загружено специальное приложение, которое трансформирует различные форматы в гифки. Разумеется, движение происходит на экране, а не на печатанной фотографии. Но все равно это круто при цене принтера в $10. Теперь вы можете съездить в соседнюю комнату послушать разговоры и снять на камеру происходящее. А также с помощью робота взять в клешню баночку газировки и, конечно же, привезти ее себе. Ну и конструктор можно собрать с его помощью. Если включить фантазию, то вы сможете развлечься и немного скоротать время. Магнитный датчик, который позволяет контролировать положение окна или двери, включая подсветку или сигнализацию при их открывании. Благодаря небольшим размерам беспроводные датчики можно установить на нужную дверь или окно с помощью двусторонней клейкой полоски. Как только кто-то войдет или откроет дверь в доме, вы сразу получите уведомление в приложении на телефоне. Цена от $8, ссылка будет в описании. Это потолочный светодиодный светильник с дополнительными функциями, регулировкой света и встроенным динамиком. Управление производится с пульта, а воспроизведение музыки через Bluetooth. Устанавливай, включай светодиодную музыку и отдыхай у себя в комнате. Цена от $25. Компактная и легкая электронная линейка от компании Xiaomi. Без труда поместится в кармане, рюкзаке или сумке. На ее большом дисплее выводится полная информация о произведенных замерах. Благодаря своей функциональности и высокой точности, линейка будет востребована не только в профессиональных областях, а также она не раз пригодится в домашнем хозяйстве. Цена – $13. Самый простой способ увидеть настоящий водный вихрь внутри бутылки – это наполнить ее водой, подсоединить вот такой переходник с AliExpress и перевернуть, а затем хорошенько закрутить верхнюю бутылку. Внутри сразу образуется торнадо, а вода при этом начинает выливаться намного быстрее. Также воду в бутылке можно подкрасить и таким же образом создать красивое торнадо. Цена за 4 такие насадки всего $2. Этот многопортативный адаптер является мультифункциональной док-станцией 6 в одном и позволяет подключать ваш ноутбук, планшет или смартфон с выходом USB Type-C к монитору, телевизору или проектору с интерфейсом HDMI. Также вы можете подключить ваш ноутбук к локальной проводной сети через коннектор. Несколько портов USB 3.0 этого устройства используются для подключения флеш-накопителей, мышки, в общем, разной периферии. Встроенный картридер позволяет работать с картами памяти, не используя дополнительных устройств. Адаптер выполнен в стильном цвете и дизайне, который идеально сочетается с продукцией компании Apple и не только. Надоело, что продукты в холодильнике расставлены хаотично, поэтому вы даже не знаете, куда поставить куриные яйца? Теперь это не проблема. Универсальный бокс для хранения яиц. Очень полезная вещь. Цена держателей от $5. Этот прекрасный экземпляр является представителем элитной коллекционной серии металлических 3D моделей. Это не просто сборная модель, это элитный аксессуар, который украсит собой ваш дом или офис.
Теперь вы можете купить механический конструктор Marvel Tank, и вас ожидают увлекательные часы вдумчивой и тонкой работы над прекрасной моделью, а после окончания сборки увидите завораживающее зрелище его движений. Цена на AliExpress – $69. Основное назначение шреддера – это измельчение бумаги на мелкие кусочки, чтобы уничтожить важные документы от рук злоумышленников. Такой ручной шреддер будет необходим всем, кто работает в офисе. Цена – $11. Радиоуправляемые боевые роботы с неповторимой озвучкой, бой между которыми обещает быть захватывающим. Победитель – тот, кто последним устоит, условно говоря, на ногах, но в данном случае колесах. Поэтому стоит очень быстро двигать руками и ронять своего противника. По рингу роботы двигаются при помощи двух колес, а в бою они напоминают двух амбалов, бьющих друг друга не на жизнь, а на смерть. Цена – $43. Любителям газировок известно, насколько надоедает откручивать и закручивать крышку на бутылке. К тому же совершенно неудобно наливать их из очень больших емкостей. С таким диспенсером вы забудете об этих неудобствах. Плюсы диспенсера в том, что они намного дольше сохраняют газированные напитки и не дают им выдыхаться. При этом стакан наполняется с легкостью, благодаря удобному кранику. Цена от $2.50. Массажная щетка Spin Spa объединила в себе две лучших методики релаксации – массаж и водные процедуры. Это вращающаяся массажная щетка, которую вы можете использовать в душе. Основой служит водонепроницаемый спа-массажер для тела. В комплект входит 5 различных насадок, каждая из которых подходит для определенного типа процедур. Цена – $14. Компактный размер устройства, простота в работе и низкое энергопотребление позволяют эффективно использовать данный девайс в качестве стандартной клавиатуры для ввода данных. На фронтальной части девайса находится лазерный проектор, который создает нам поле для ввода. Аккумуляторной батареи устройства хватает на 2-3 часа, а присоединить устройство можно через USB-провод или по Bluetooth. Цена от $28. Антибактериальный инструмент для ключей поможет открывать двери и использовать общие поверхности, такие как кассы или банкоматы, не соприкасаясь с ними руками. Мир меняется, и мы должны начать адаптироваться к новому, более сознательному образу жизни. А это изобретение поможет замедлить распространение вируса и уменьшить шансы попадания микробов на ваши руки. Цена всего $1. Тапочки-швабра – самый простой, но в то же время довольно полезный аксессуар для уборки. Выполнены тапки из мягкой микрофибры, которая очень хорошо впитывает воду и эффективно снимает с поверхности грязь. Забавный внешний вид тапок для уборки разнообразит будничную жизнь. Цена на AliExpress – $3. Лазерный дальномер от компании Xiaomi. Устройство, полезное в повседневном быту и незаменимое при ремонтных работах. По размеру чуть больше шариковой ручки, при этом оснащен небольшим экраном, на который выводятся результаты измерений. Цена – $16. Светодиодная насадка для душа сделает сказочным простой процесс водных процедур. Разноцветные струи воды поднимут настроение. А теперь представьте, какую радость принесет такое купание детям. Цена – $2.30. Удобный и надежный органайзер для хранения и транспортировки предметов, продуктов или инструментов. Изделие выполнено из прочного пластика, имеет складную конструкцию, а дополнительным преимуществом является съемная крышка. Цена – $19. Крутой и надежный шуруповерт. Он питается литий-ионным аккумулятором, который выдает напряжение в 12 вольт. Шуруповерт компактный, хорошо сбалансирован, его можно вертикально поставить на ручку. Дизайн продуманный и эргономичный. Качество изготовления не придраться, на порядок лучше, чем у многих шуруповертов. Цена на AliExpress – $31. Если ты досмотрел до этого момента, тогда ты знаешь, что я оставлю в описании купон для новичков. Зарегистрируйся с нового гаджета и закажи один товар бесплатно без доплат. А в качестве благодарности ставь лайк и подпишись на канал.
а этот приз я разыграю среди своих подписчиков. Достаточно поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий для определения победителя в специальной программе. Как только ролик наберет 500 лайков, опубликую победителя в конце видео. А чтобы ускорить процесс, поделись видео с другом и предложи поставить лайк. А вот и победитель из прошлого конкурса. Пиши мне в Instagram и получай приз.